Итак, уважаемые знатоки Тель-Авива Яффа, а теперь вопрос на 1000 рублей. Что находится за поворотом налево? Варианты ответа. Вариант номер 1. Эйфелева башня. Вариант ответа номер 2. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, указывающий, какой дорогой идти товарищам. Вариант ответа номер 3. Банда уличных разбойников. И, наконец, вариант номер 4. Символ Яффа – апельсиновое дерево. Если же вы ошиблись, то указанную сумму можно шекелями, а лучше 1000 долларов, или в евро будет совсем замечательно, просьба перечислять на счет. 2-2-3-2-2-3-2-2-3-3-2-2. Ну что ж, я думаю, никто не угадал, что за поворотом находится знаменитое парящее апельсиновое дерево, созданное, или правильнее сказать, посаженное в 1993 году скульптором Рене Марином. Thank you.